is amazing that Jenya has built this club up of 2 years only. I've actually been a part of it quite a few for quite a few months, even though I don't even live in Ukraine, which is amazing. I just love playing Mafia with everyone in the club, and it's a lot of fun. Женечка, we love you very much and hope someday we'll see you in Australia and you provide the good moderation for the Mafia game in Australia. We'll promise you to bring like lots of people to play the game. I think this time games will be really, really tough, really, really interesting. За него моляться, за щастя не п'ють, за него борються, за любов не п'ють, а не занимаются, а п'ють за мечты, потому что они сбываются. Так вот, я желаю достижения всех целей, чтобы мечты сбылись, и также еще хочу тебе пожелать друзей верных, с которыми ты пройдешь целую свою жизнь. Они будут твоей опорой, надеждой и радостью. Женя, я тебе желаю этого же огромного энтузиазма, этой же энергии, которая у тебя есть, которую ты заряжаешь каждый раз всех нас. И эта энергия позволяет нас, ты притягиваешь нас к себе. Мы постоянно хотим провести еще один вечер в English Mafia Club, сыграть в эту потрясающую игру и получить это колоссальное удовольствие. Большой кайф игры, большой кайф общения. И я могу себе только представить, какого труда стоит собирать всю компанию вместе. Это же нужно ловить каждого тараканчика в каждой голове, вот, и выстраивать их в какую-то линеечку, чтобы все-таки все собрались и все сыграли. Я поздравляю English Mafia Club с второй годовщиной. 2 годика, ребеночек растет, все отлично. Значит, хочу пожелать клубу развития, процветания и всего самого лучшего. Женя, тебя персонально вот с этим пальцем ты любишь. Значит, Женя, тебя поздравляю с днем рождения. Желаю тебе счастья, здоровья. Я тебе пожал твою мужественную руку и сказал тебе, иди по этой жизни с мужественной рукой и твердой походкой, чтобы все у тебя было хорошо. Congratulations to Tano. Great success with the club. I've played. I've not won yet, but I've definitely enjoyed playing here. Hey, Zhenya. I wish you all the best. I wish you to have a lot more projects like this and many more others. I'd like to wish English Mafia Club all the best. I'd like to wish you to develop and to continue growing. Хотел бы поздравить Женю с днем рождения. Вот он делает реально большое дело, и то, что он смог организовать столько хороших людей вместе, это очень здорово, и большое ему за это спасибо.
финале должен ответить на три вопроса. Первый из них, почему на мне такой костюм? Ну, собственно, потому что это все, что у меня было дома. Скажи нам, какой сегодня костюм на тебе? На мне костюм одноименного героя крестного отца Вито Корлеоне. То есть на мне сейчас костюм Вито Корлеоне, итальянского мафиози. Значит, на мне костюм универсальный. Это костюм офисного сотрудника, костюм человека из массовки, которых в кино вот так вот. Просто человек, который идущий по улице. Очень универсальный костюм. Мне он очень нравится. Well, I'm representing very beautiful lady from very famous movie. It's Mr. and Mrs. Smith. We're actually a couple with my fiance Robert. So he's Mr. Smith, I'm Mrs. Smith. I'm not pretending to be Angelina Jolie. I am dressed up as Indiana Jones, but this is a Ukrainian version, so I'd like to say he's Ukrainian Jones. I'm wearing a costume of Velma Kelly. That's actually my nickname, and it's a famous female character from the musical Chicago and from the movie Chicago. У меня костюм Супермена, только в те периоды, когда он в офисе находился, а не в те периоды, когда он летал. Happy birthday, Jenny. Happy birthday, Mafia.